Всем здрасте! Вы на канале Пиратская жизнь. Рано. С вами, как всегда, Вован. И Нинок. Саечку за испуг. Тоже. Ты чё, мисс мой нос-то? Короче, ребятки, всех с праздником, всех с Пасхой. У вас уже наступило, у нас еще вот скоро-скоро. Но благодатный огонь уже сошел. А у нас сейчас уже мы кушаем. У нас такой завтрак, обед, обеда-завтрак. Два в одном. У нас яичница с беконом, очень вкусная, с сосиской. Нарезочка, колбаска. Карпаччо, сыр. Морковочка. Остатки было роскоши. Смотрите, холодец. Мы до него дошли, да? Мы до него дошли, наконец, да. Два яйца я положила, пасхальных. Вот Вован мне не дает. Не дает есть ни яйца, ни кулич. Он говорит, рано. Да. Ну ладно, завтра мы с вами будем кушать. А сегодня так это, чисто. Немножечко. Всем приятного аппетита. Можно, Вован. Хотя ты уже и жрешь, да? Расстаралась, все приготовила. Остатки колбасы доложил уже. Холодец. Кстати, холодец нужно кушать, а то он что-то у нас залежался уже. Ай, все, спасибо. Мяско оторвал. И сразу такой, ай, это мне, да? Это тебе? Да. Что, хотели вчера холодец, а что-то так много курицы было. Подумал, что нафиг. Много кушать вредно. Он такой хороший, кстати. Это ремитовский холодец. Честно скажу, тот, который мы делали, был намного лучше. Чайку сделали. Не знаю, какой получился. У меня там и черный, и зеленый. О, Маруська. Будешь мать Маруська? Иванушка. Поднимемся. Вовочка, а ты любишь на меня? Люба я тебе, а и не Люба. Там нет такого. Вовочка, у тебя на руках грязюшка. Я тоже. Будешь сорить, скотинушка. Я тебя из дома выгоню. Да, понял? Чего? Знай, Вовочка, будешь плохо себя вести, выгоню. Я выгоню. Да. Понял меня? Сокол мой ясный. Чуча. Обезьяна ты моя лысая. Да ты обезьяна лысая. Нет. Подожди. Я в образ вошла, подожди. Ну, попусти вошла. Ешь давай. Да. Обезьяна. Лысенькая. Чи-чи-чи. Не, я могу, кстати, так волосы именно тонким-тонким делать. Вовочка. Ешь давай. Ты поставишь морковочку. Она для двоих. Обойдёшься. Оборзел ты, Вовочка. Ой, не могу. Всё, давай, ставь морковку. Не можешь. Сходи в туалет. Уже была. Если не можешь. Не, просто интересно, у актрисы действительно такой голос был? А я специально так делала. Почитай. На всякий почитай, да. Новости. У нас вообще не видно сейчас солнышко. Чудо. Так, что будем смотреть? Так, слушай, надо солнышко убрать. Что-то солнышко у нас прям вообще. Что тебе солнышко нравится? Что мне снег, что мне зной, что мне солнце проливное? Когда мои друзья со мной. Что, вампир, да? Да. Блин, господи. О, мой нос подтверждает. Ну да.
Вас тут не сдуло от Вована, ребятки? Что это сдуло? С ним просто невозможно. Ать. Все, забираю. О, Добрый Никитич и Змей Горыныч. О, мультик. Вообще класс. Ледниковый период 2. А, это. Ледниковый. А там, где моя дочка появилась. Точно? Ага. Дочка? Мир наизнанку. Или опоссум? Дочка. Дочка опоссум. Нет, дочка. Или жена. Короче, вот отпуск, кстати, целый день покажу. Да, его целый день будет сегодня показывать все серии. Все, не хочу. Когда я ем, я глухоню. Да. Где там Змей Горыныч-то? Угу. Я в штанах. Ешь, Горыныч. Кушай, Вовочка. Давай, налетай. Редиска злая. Сам тоже. Потом посмотришь. Вот, ты смотрел уже 10 раз. Чего там? А мне потом люди высказывают. Вот, сидите, смотрите телек. На нас никакого внимания не обращайте. Смотри на них. Они за тобой следят. И ты за ними следи. Я все вижу. А ну положи хлеб. Люблю поржать. Честно, знаете, смех продлевает жизнь. Куда потащил сахар? А ну положи. Опять бутерброд жрешь на ночь. Так разольется чай. Так. Да! Так, все, ребят, не обращайте внимания. Нас это прет. Нас всегда прет. Это тебя прет. Да. Потому что гололед. Угу. Шаленушка. Пошли, Ванушка. А вкусные, кстати, вот эти сосиски. Советские. Хорошие. А тогда я с рисом съела, две штучки. Очень вкусно. Получилось. По чуть-чуть, да? По чуть-чуть, по чуть-чуть. Когда они же там уже с Египтом определятся? Непонятно. Да. Уже как бы надо бы купить. Нифига. А, нифига. Последний будет. Пока ты не купишь в Крым. О, кстати, я читала. Когда ты купишь Крым? За апрель Сочи, по-моему, в Сочи или в Крыму, не помню точно. Короче, 350 тысяч побывало людей. Это рекорд за все время. Типа больше такого количества в Сочи не было за апрель. Это из разряда. А раньше-то, получается, жили это лучше. Просто не знали об этом. Что, вкусная яичница-то? Вованушка. Что ты меня смеешь? Жри, Вованушка. Пока голос не включила. Поставь себе холодец поближе. Да? Да. Ты поставила? Чтобы ты лес купила. А не я. Я его не ставила. Это ты поставил? Нифига. Ты ставила. Угу. Ты его поставил и сказал, заправь. Хреном. С горчицей. Ты наешь сейчас? Погоди. Там еще какие-то мероприятия проходят сегодня, нет? Mm-mm. То есть это салюта не будет, ничего не будет? Mm-mm.
хочешь, можешь идти на демонстрацию. Хотя уже все кончилось. А где он должна была быть? Площади Ленина. Угу. С флагом и красным. По кругу все перекрыли. За дедушку Ленина. Угу. По кругу все перекрыли. Там не подемонстрируешь. Все по кругу перекрыли. Сейчас даже на самом деле прогуляться негде. Зато ты видела, какая будет? Ну, мне кажется, они не успеют. Хотя, в принципе, они уже там забетонировали все. Вот именно. За высокую плитку положить. Что-то у меня после перепоя жор открывается. У тебя перепой? Сейчас лежала. У тебя перепой, вчера, да? Выпили немножко. А у тебя перепой, да? Ну, перепой не было. Ну, ты только что сказал, что у тебя перепой. Не придирайся слова. Буду. Буду вертеться, буду, да? Сейчас, говорю, лежала, проснулась, что-то прям это, здесь хотел. Отдав не хочется. Индикатор. Че, как ты, карпаччо? Внутри какая-то мокрая. Ничего. Сверху сухая. Мне не понравилось. Очень соленая. Вот такая карпаччо. Я больше не люблю карпаччо. Я жалею, что я это взяла. Надо было одну взять. Мы же как всегда. Сразу побольше. Я не знаю, что ты взяла. Все-таки вот эта вот, которая павловской курочки, которая вот этот маленький карпаччо, это не лучше. Они маленькие, потому что. Они просушенные, такие прям реально как подкопченые. Сыровяленые. Или как они получаются? А здесь? Ешь. Давай. Ешь карпаччо. Морковочка в дело пошла. Вчера ты не хотел. Что ты на меня смотришь? Горчички, да? Пошла. Спасибо. О. У меня, смотри, дыня с черным рисом. С буром. С диким. С черным диким бурым рисом. Так с диким или с буром? С черным диким бурым рисом. С бурым рисом. Диким. Он обуревший. Черный. Обуревший черный. Обуревший черный рис. Дикий. Микс зеленого и черного. Прикольно. Получилось. Ой. Ай. Ты справишься с холостом? Угу. А с карпаччо? Тоже? Надо будет, справлюсь. Давай. Колбасковый рай, да? Кушай, кушай. Только кто мне говорит, что я жрать хочу. Туда вечером. Не дайся. Потом буду только вечером, да? Да. Пока голодать буду. Угу. Остатки курицы. До первой звезды, да? Да, до первой звезды. Нельзя. Я тебе помогу. Съем один. Штучку. А ты съешь? Легко. Ну что у тебя падает? Все. Надо. Сыпется. Уже засыпается. Это же не кулич. Без мяса.
У меня вот так. Там гонялся. Сейчас будет чаёк, яичко. А что остальное твоё? Где дальше? Я спросил чуть-чуть. Давай побьём. Побьёмся. Нельзя их есть. Ну ладно тебе, господи, там уже огонь сошел, можно. И чего? Будешь считать, что у нас там плюс 12. Давай. Что в Израиле? Да, давай, на. Вон там положить. Ну давай, побей. Наши ритуалы побиться яйцами. Да. На, держи. Динек. Ну помоги мне разбить, давай. Не хочу. Ну помоги положи разбить. Куда? Помоги разбить яйцо. Берешь так и об голову себе. Себе. И ну, не этим как-то, давай, давай, а вот этим. Давай об яйца. Яйца давай. Нет, вот так вот. Берешь так и об голову. Во, ну давай. Так лучше. Ну давай. Вообще вон у тебя ложечка есть, вот у тебя. Я хочу с тобой. А я не хочу. Ну и... Бля. Собака лучше. Дай сюда. На. Не можешь ты нифига делать. Да. Сюда. Жесткая. Сюда. Давай. Давай. Не, а давай вот без вот этих подручных средств. Ах ты, собака, вот. Нечестно. Честно. Он слишком твердый стал. Нечестно. После лука. Я увижу, он подкопченый такой. Тебе ничего не подкопчен, обычно ничего делаю. Все ты врешь. Обычно яйцо. Подкопченый это если бы оно лопнуло. Они все целенькие остались. Кстати, действительно, прям все яйца в какой-то веке целые. Обычно иногда бывает одно, там два, треснет. Вот раз все целые. А все, почему? Почему? Потому что кто-то тебе напомнил. Потому что кто-то ни хрена не делал, а делал Нина сама. Угу. Обычно Вова это делает, и Вова постоянно все трескается. Но виноват во всем Нина. А тут Нина сделала сама, но Вове же надо примазаться к Славе. И все. Да. А кто тебе напомнил вытащить их? А что не надо, не надо тут. Оф, все, иди в жопу. Молодец. Если тебе вот... Мне вот не жалко поделиться лучами славы. Угу. Такой. Такой. Не, чистит, кстати, очень хорошо. Слава. Дед Слава, да? Да, Дед Слава. Чистит, кстати, очень хорошо. Конечно, хорошо. Есть еще лучше. Как он? На вкус. Как яйцо. Какое? Обычное. Бычье? Обычное. Бычье? Ну, возьми свое, почисти и попробуй. Бычье? Вот, надоел. Ешь давай колбаску свою. Обычно яйцо. Крутую. Причем конкретно так крутую. Ничего не получилось, никакой печеное. Печеное. Все ты врешь. Я говорю, печеное это если бы оно лопнуло. Ну так обычно яйцо. Ничего не обычно. Где вот выпью и все. Больше ничего не хотим. Даже сыр не хочу. Чуть не наелся. Только глаза не сыты. Так я уж прям наелся. Ну тут, наверное, здесь точно наелся. А я вот правильно как-то. Не бьется. Это ж. Сейчас ты тоже в бровь. Стукну, блин, будет биться. Нет, не бровь тебе. Конечно. Я тебя в лоб бил. Конечно, а попал в бровь. Извини. Редиска.
Не можешь вообще, не суйся. Хорошо. Ну, покажи за ВДВ. А что там от меня-то? Об себя? За ты ВДВ? Сама сказала. За себя, говорю. По себе покажи. Ну, а что по себе-то? Не получается. Лоб у нас не настолько твердолобый. С дынькой. Дыня дикрис. Ты мясо замаринуй сегодня, чтобы можно было вырезку твою сделать. Он там лежит. Это прикольный такой йогурт. Но рис здесь, он здесь дробленый. А ты хотела целый, да? Угу. Вот прям нарисован такой, целый. Вот прям такой, чтобы там да. Плавал, да? Да. Ты бы фиг укусил его. Зуб бы сломала. Я вчера, кстати, смотрела прикольный ролик, как делали воздушный рис в домашних условиях. Ну там что-то столько-то. Сначала его сварили, потом его 2,5 часа сушили в духовке, потом его жарили, потом его заливали. В общем, там, короче, такой мутак. Тебе, короче, сложно. Часов 5 над одной казинакой колдовали. Я думаю, нафига? Нафига? Чтобы показать, что можно сделать. Ну, можно это все. Только зачем? Как зачем? Чтобы есть. Угу. Зачем? Ешь? Это диск. Да? Ешь яичко. Иванушка. Ешь яичко. Яичко. Чей яичко? Бычий яичко, да? Твое. Блин, такие крупные. Как у тебя С2 или С3? Альперепелиное. На ноль. Ц0. Ноль это как? Не. Вообще считается не С0, а отборное. Но показывает С0. Угу. Классно. 30 рублей. Никого норм. Красота. Не знаю, долго его можно хранить? Вне холодильника. Вот. Год без холодильника? Ну, он же тебе указан срок годности. Не, наверное, с холодильником. Почему? Почему? Хранить при температуре 4-2 градуса, открытую упаковку плюс не хранить. 4-2. Плюс 4-2. Ну. Без холодильника 25-26 градусов будет. Нет, до 25-го вообще. Да. Он до 20 мая. Если у тебя будет плюс 4 здесь, поставишь ты 16 градусов, будто он тут мёрзнет. Кстати, интересно, а можно вообще его поставить на 4 градуса? Mm-mm. Или 5 градусов? Mm-mm. Не 16, наверное, да? Не получится? 15 максимум. Mm-hmm. Хочешь поставить? Ну, что-то по приколу интересно. Поставь. Ну, потом проверю. Неужели ты наелся? Колбаску не будешь? Плюс колбаску на вечер оставить. Я думаю, так стараться бы. Да-да-да. Но ты не смог. Вован, который не смог. Угу. Что-то мы вчера не доели, сегодня вообще не доели. Что-то вообще, ребят, что с нами творится? Угу. Ставишь, думаешь, блин. Ходишь в школу. Да. Разочарован вас второй день подряд. Ну, мы же, наверное, диет сели. Угу.
Едим на пол ведра меньше. Новая диета, да. Ну вот, результат. На пол ведра меньше. Хлеба, смотри, сколько осталось. Колбасу почти вообще ничего не съели. Говори-ка. Вообще, вам он так чуть-чуть пару кусочков подергал. Я даже сыр не съела. Одно яйцо. Ты не будешь яйцо? Не будешь? Я есть пока яйца. Господи, можно же? Ты весь пост ел мясо. И чё? И тут, блин, резко верующим стал. Да. Бля, вообще не могу. На пару часов раньше. Прям съесть не могу. Завтра будем поставим коли яичи, будем разговляться. Разговорочный день. Угу. На пол ведра меньше. Вчера меньше съели, сегодня. Как-то так, да. Не знаю, что-то не тянет. Не хочется. Хотя и так сожрали там по целой тарелке яичницы с сосиской. Холодец. Морковку. Так-то нормально съели. Ну вот больше не хочется. Удивительно. Скоро похудеем, красивыми станем. Да, да, да. Интересно, вот все хотят, чтобы мы похудели. А вот если мы будем красивые, стройные, нас также будут любить? Да. В кавычках любить. Или как? Да, тебе будут писать. Модь! Тощие, страшные, ага, тощие, доска, страшные. Блин, жрать надо больше. Да-да-да-да-да. Так, ладно, моя хорошая, пойдем мы уберем со стола. У нас там уже на ужин так это, курочка, картошка, он уже нарезочка тоже уже готовенькая. Да. Ужин ничего делать не надо. Чисто вот быстренько выставил и все, и кушать. Хлебушек. Да, все есть уже, да. Так что такие дела. Пойдем мы, наверное, сейчас пойдем прогуляемся. Вот. Если будет что интересненько, обязательно вам все покажем. Пишите, звоните. Напишите, звоните. Письма. На деревню дедушки. Пишите мне, присылайте яйца, пасху, куличи в Инстаграм. Мне там девчонки многие уже скидывают фотки. Очень да. Красивые яйца получаются. Пишите. Ну, письма. Я тоже свои яйца показала. Наш адрес 603-117. На деревню дедушки. Да, на деревню. Вот этому дедушке. Ладно, всех любим, всех целую. Всем пока. До встречи. Пока-пока.